Гриф обладает уникальной способностью есть гнилое мясо и падаль без ущерба собственному здоровью. Более того, грифы могут есть мясо животных, погибших от бешенства и чумы. Наличие столь удивительной способности объясняется тем, что у грифа высокая кислотность желудочного сока, в котором погибают все болезнетворные микроорганизмы. Даже если какая-то бактерия спасется, то тут же она сталкивается с иммунной системой, которая является одной из самых сильных среди всех позвоночных. Если мясо вообще несъедобное, гриф начинает есть кости, которые без проблем растворяются в его желудке. Грифы имеют привычку испражняться во время еды. А так как продукт его жизнедеятельности тоже имеет кислотность, то птицы буквально дезинфицируют остатки погибшего животного. Грифы не только уникальные, но и крайне полезные для всего человечества и для планеты в целом.